Так вот, как нарезать еще одну канавку на клапане в гаражных условиях, без токарного станка, без ничего. Я Вадим. Ставьте палец вверх, если вам нравится, и подписывайтесь. Поехали. Вот нам надо, клапан просел, гнездо разворачивали, и клапан далеко сел. И теперь сюда не влазит регулировки, не хватает места для регулировки. Вот нам надо сейчас сухарь этот перенести вот на это место. И, естественно, надо нарезать еще одну канавочку. Зажимаем шуруповерт в краешек. Все более-менее сделали ровно. И вот так вот сейчас включим болгарку и нарежем. Все, вот так вот подставляем. Да, и... Все, канавочка готовенькая. Меряем сухарик. Все четенько встает. Все, теперь можно смело вот эту шляпку срезать и уже стачивать клапан под размер, который нужен. Да, и забыл сказать, надо обязательно замерить толщину канавки, какая будет. Вот я здесь замерил, у меня получилось 1,5. Значит, надо диск подобрать 1,5 или 1,4, 1,6 примерно. Понравилось видео, ставь палец вверх и подписывайся. Все.